течение трех дней длился первый модуль образовательного проекта Казанского федерального университета и Московской школы управления Сколково по обучению в области управления проектами руководителей и заместителей руководителей исполнительных органов государственной власти и муниципальных органов Республики Татарстан. Участниками проекта стали около 30 государственных и муниципальных служащих, представителей коммерческих и хозяйствующих структур. В этом году подготовили эту программу в рамках двойных модулей. Значит, первый эшелон – это высшее руководство. Один модуль мы провели совместно с преподавателями, с бизнес-тренерами Высшей школы бизнеса Сколково. И подготовили второй эшелон, тот, который сегодня вы смотрели. Не прямое обучение, а создание условий для развития человека. Мы вместе создаем условия, в которых команды, в которых руководители могут развиваться. Они могут принести свои реальные проекты и на них отработать или понять, проблематизировать те вопросы, которые действительно стоят перед ними. В ходе образовательной программы участники познакомились с основными принципами управления проектами. На примере крупных корпораций рассмотрели модель управления приоритетных стратегических проектов. Хотелось донести до участников существующие процессы, техники, инструменты. Они должны понимать, что нужно использовать их, совершенствовать. С их помощью процесс работы станет эффективнее. Также нужно понимать, для того, чтобы организовать работу офиса по проектному управлению, необходимо многое сделать. На это уйдет не один день. Здесь нужно рассматривать и вопросы организационной культуры. В рамках программы разрабатывалась модель управления проектами в Республике Татарстан. В дальнейшем она может быть взята за основу для формирования единой в России модели проектного управления. Стараться максимально использовать свои временные ресурсы и возможности для того, чтобы с коллегами выработать новые инструменты и механизмы в рамках механизма так называемого проектного управления. Если мы говорим про сферу туризма в городе Казани, то это вот такие мероприятия крупные, масштабные, как там универсиады, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедерации и много-много разных мероприятий, таких городских, как «Велоночь» или там гастрономический фестиваль. Это крупный проект, который мы реализуем благодаря своим силам, а я думаю, эта сессия поможет именно систематизировать эти все знания в какой-то определенный порядок, что позволит какие-то новые или вот эти уже ежегодные мероприятия проводить еще на более высоком уровне. Арина Михайлова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.